На военных полигонах вовсю идут международные армейские игры. Под Саратовом соревновались артиллеристы. Начался конкурс с парада, в котором помимо России участвовали представители Китая, Венесуэлы, Анголы и Белоруссии. Затем совершили высадку десантники и начались боевые стрельбы, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град». А во Владимирской области сегодня готовятся стартовать участники другой дисциплины – открытая вода. Наши танкисты и мотострелки все последнее время активно тренировались со своими китайскими и белорусскими коллегами. Им предстоит разобрать минно-взрывные заграждения, проложить дорогу для автомобильной и гусеничной техники и построить переправу через Аку.